сборка озимой, хотел сказать, яровой пшеницы, похожая на озимую, конечно, корнетто. Предшественник клевер, урожайность, ну так замерили предварительно, 70-72 получилось, посчитав. Но, скорее всего, урожайность будет до 70, может быть 65, но по факту будет видно. Это поле было одно из таких долгозеленых. Вегетация здесь была более длительная. Норма высева здесь в пределах 4 миллионов. Так неплохо выглядит, конечно. Зерно такого, ну, в бункере, во всяком случае, видно, что оно темноватое. Выполнено. Ну и масса тысячи, конечно, здесь тоже, наверное, больше 40 грамм. Корнетто. Корнетто. Яровая пшеница. Сегодня 11 августа.